Так, вот это отражение от метеоров. Смотрите, ребята. Вот такие вот спурты появляются, бурсты вернее. Это отражение от геминидов. Он когда в слоях атмосферы сгорает, оставляет за собой такой хвост. И вот от этого хвоста отражается сигнал. В этом ролике, под роликом, да, я дам ссылку на Жеку, УР3 Щука Евгений Харитон. У него сегодня с утра он шикарный видос снял. Как-то почему-то по утрам лучше отражение происходит. Вот. Посмотрите. Очень интересное видео, необычное. По крайней мере, в YouTube такое редко увидишь. Което ни интересува, виждам, че в този момент Бар Леверкузен бележи второ. На R1 среда 3.